друзья, 5:10. Сегодня у нас середина первого месяца весеннего марта. Я иду, не поверите, полностью застегнутый в кожаной зимней куртке с самым теплым свитером под ней, в шапке, несмотря на это солнце. Да, друзья, даже несмотря на это солнце, на градусниках сейчас не больше плюс 12, когда солнца нет и когда дует ветер, по ощущениям реально градусов как будто 8, не больше. Очень холодно у нас продолжается уже третий или четвертый, наверное, холодный день с очень холодными ночами, ночью заморозки. Главная проблема сейчас у всех, у кого есть бананы и другие плодовые, всякие овощные культуры, сохранить это все от заморозков, сберечь ночных. Просто аномальная погода для марта месяца. Да, был всегда март холодней февраля, но чтоб такое было. Не забывайте быть подписанными на оба канала. Всем добра, здоровья, мира, позитива. Продолжают ставить новый пирс Grand Captain. Водолаз там плавал. Видео выйдет то ли здесь, то ли на основном канале, как я прошелся немножко по набережной сегодня. И замечательные пляжи Тосмура. Мы постояли, я вам показал море. Наше любимое. И все это будет позже. Добра, мира, здоровья, позитива. Всем привет из Алании. 15 марта сегодня. Мы в Тосмуре.